Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марины Стик. Сегодня 24 января 2020 года. И нашим малышам, рожденным в декабре 2019, исполнилось сегодня 30 дней, 1 месяц. Поздравляем малышей с таким маленьким, но днем рожденица. И сегодня на канале нашего питомника будут опубликованы новые индивидуальные видео с рассказом о каждом щеночке, кому интересно. И кто еще пока не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые интересные, возможно, кому-то и полезные видео. На данном видео представлена девочка Чихуахуа, лилово-подпалый триколор. Лиловый триколор, потому что она голубая, вот такая по спиночке, с шоколадным носиком, со светло-коричневыми бровками, лапочками и беленьким галстучком и носочками. Сейчас, мамочки очень нервничают во время съемки, что я забираю щеночков. Щеночки очень маленькие, и мамочка вот прямо тут плачет. Девочка рождена без браков и без дефектов, без заломов хвостика, без прибыльных пальчиков. Спинка ровная, костячок крепкий, лапочки не длинные, родничок почти закрыт, очень-очень маленький, он закроется. Зубки только-только начинают прорезаться, челюсти стоят правильно, прикус ножницеобразный. Мама малышки шоколадно-подпалая Марине Стик из Стелл Инфинити. Папа наш крошечный полуторакилограммовый Марине Стик Арманд Роял Престиж. Подчесывает ребенок ушки, потому что я решила их подклеить, чтобы вам показать, как будет выглядеть голова этой девочки, когда ушки будут стоять. Малыши очень раннего развития и замечательно ходят уже с 3 недель. Можно посмотреть видео в плейлистах. А также можно многих предков этой девчонки посмотреть в плейлистах на канале нашего питомника. И фото родителей, предков на страничке нашего питомника ВКонтакте. Ссылочки все будут оставлены в описании под данным видео. В этом возрасте толком ничего не могу сказать больше про этого ребеночка. Будем смотреть, как она будет развиваться. Брака дефектов нет, вес хороший, 680 грамм на возраст 30 дней. Замечательный крепкий ребенок с толстыми лапочками недлинными. Поэтому, кому интересно посмотреть, как девчонка будет расти и развиваться, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марине Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!